Приветствую вас. Знаете, я думаю, что вот необходимо вам действительно посмотреть на то, что для вас значит девочка. То есть вы говорите, что вы хотите встречаться с ними, вы говорите, что хотите проводить время с ними. Большую или большую часть времени не очень понятно, ну, хотите проводить время, вот. Но ведь, на мой взгляд, ключевой момент заключается в том, чтобы вы поняли, что для вас представляет девочка. Конкретно, что они для вас представляют. То есть, вот именно, что они значат для вас. Потому что мне кажется, мне видится, что у вас есть такой существенный разрыв между тем, допустим, что вы хотите на духовном уровне и тем, что хотите чисто на сексуальном уровне. Вещи это разные, и, соответственно, на мой взгляд, ну, надо бы преследовать, что значит, да, что означает, чем отличается одно от другого для вас. Ну, и я не вижу ничего плохого в том, чтобы вы встречались с девушками, я не вижу ничего плохого в том, чтобы вы встречались с парнями, то есть, как бы тут вопрос заключается в том, чего вы хотите, и вопрос заключается в том, насколько вот духовный момент важен для вас, насколько сексуальный момент важен для вас, куда направлен ваш духовный момент, куда направлен ваш сексуальный момент. Возможно, вы сами на это внимание не обращаете, но с этим нужно разобраться. Вот вы говорите, значит, мне очень нравится много девушек, я хочу с ними встречаться, проводить большую часть времени с ними. Зачем? Вы говорите, я хочу иметь отношения с девушками, жить и все прочее, ходить тоже с ними. Почему ты не хотите жить с парнями? Вот как бы вопрос, да, вам, какое значение для вас имеет ваше желание и нежелание, к чему оно восходит? Вполне возможно, что в девушках вы видите для себя что-то, вообще не связанное с самой девушкой. То есть вот девушка как ну, неким таким сексуальным объектом, да, скажем так. Возможно, в девочке вы видите что-то, что вообще не связано с гендерными отношениями. Возможно, в девочках вы видите что-то другое. Ну, так давайте попробуем разобраться, что конкретно вы видите в девочке для себя. И рассмотрев это, мы уже сможем вам тогда помочь, и вы сами увидите, что вам нужно. Понимаете, какая штука, какая история, какой момент. А вот как бы ну, такая история, понимаете? Так что это то, что вам, ну, можно ответить. Это то, вот, как вам можно ответить на вопрос.
На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.